Выявлено лучшее красное вино Испании 2023 года. Это испанское красное вино, получившее все награды в 2023 году. Это вино из винодельни Кампильо, принадлежащей семье Мартинес Сабала, удостоилось высшей награды на влиятельном винном конкурсе International Wine Challenge 2023 года, получив награду за лучшее испанское красное вино. За вино Кампильо Гран Резерва 2014 года. Это достижение особенно важно, учитывая, что участвующие вина подвергаются слепой дегустации группой международных экспертов. Этот винный конкурс – это мероприятие с отличной репутацией на мировом уровне, на котором представлены вина из более чем 50 стран. Основные производящие державы, такие как Франция, Австралия и Испания, возглавляют медальную таблицу и имеют лучшие результаты. Кампильо Гран Резерва 2014 года после выдержки в течение 30 месяцев в бочках из французского дуба. Вино получается очень выразительным, с ароматами спелых фруктов, черных фруктов и тонким намеком на выпечку. Оно имеет идеальный баланс между нотами спелых фруктов и ванилью. Винодел выражает свою гордость достижениями, достигнутыми этим вином, называя его идеальным вином, которым можно наслаждаться и праздновать. Набрав 96 баллов и золотую медаль, вино Кампильо Гран Резерва 2014 года получило одно из самых престижных признаний в международной винной сфере. В общем контексте соревнований Испания заняла видное место, заняв третье место по количеству медалей. Всего Испания получила 489 медалей, треть из которых соответствует квалифицированному наименованию происхождения Риохи. Тим Аткин – магистр вина, соцпрезидент винного конкурса и эксперт по испанским винам, подчеркнул постоянное улучшение Испании по сравнению с другими странами. Превосходство Риохи в медальной таблице демонстрирует ее способность производить вина высокого качества. В Испании Дока Риоха добилась лучших результатов, в частности, вернув заветный титул лучшего испанского красного вина, которого не было с 2018 года. Благодаря Кампильо Гран Резерва 2014 года титул был возвращен. Кампильо Гран Резерва 2014 года представляет собой идеальное дополнение к отбивным, хорошему куску жареного красного мяса, запеченному хеку, овощному рагу, выдержанному сыру, хамону и другим кулинарным изыскам. А для любителей сочетать с десертом эклеры из темного шоколада станут идеальным завершением. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить другие интересные видео. Спасибо за внимание!